Областной центр присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В рамках «Года кино» мероприятие обещает быть весьма масштабным. География акции охватит всю страну от Калининграда до Камчатки. Старт просмотра фильмов в Орле намечен на субботу, 27 августа. В 7 часов на главной сцене в городском парке пройдет открытие акции «Ночи кино». И далее также будут показаны фильмы «Это легенда 17» и детский мультипликационный фильм «Смешарики». А позднее в 22:30 начнется трансляция военной драмы «Батальон». Вход на все кинопоказы бесплатный. Напомним, акция пройдет в ночь с 27 на 28 августа в городском парке культуры и отдыха. Организаторы уверяют, если погода будет дождливой, то посмотреть фильмы можно будет в ДК «Юбилейный».